8 апреля 1996 года правительство Татарстана утвердило инструкцию о порядке ведения полиса обязательного медицинского страхования. Этот документ дал право татарстанцам получать необходимую медпомощь в республиканских учреждениях. Каждый полис выдавался согласно образцу, утвержденного Кабинетом министров. Он до сих пор остается в силе. В этот день, в 2001 году, в Казани завершился первый международный конкурс молодых артистов балета. Его участниками стали 70 танцоров из 10 стран, артисты балета и учащиеся хореографических школ от 18 до 25 лет. Первую премию получила солистка Санкт-Петербургского театра оперы и балета имени Мусоргского Елена Шакшина. А первую мужскую премию получил солист национального балета Южной Кореи Вьюг Юджанг. Фестивали до сих пор проходят в разных городах мира раз в 4 года.